Пример силы и духа показал всему миру бодибилдер из США. У Стива Алекси церебральный паралич, а он, несмотря на трудности, упорно занимается фитнесом и даже стал настоящим культуристом. Стиву 43 года, в спорте он последние 5 лет буквально не вылезает из зала. Такое упорство достойно восхищения, говорит его тренер. Никаких отговорок, типа «все болит», «устал», «времени нет», не приемлют. Впрочем, делает все это Стив не для того, чтобы произвести впечатление на кого-то. Его главная жизненная установка — доказать самому себе, что он никакой не калека. Врачи сказали моим родителям, что им нужно держать меня дома. Я бы хотел, чтобы эти люди увидели меня сейчас. У меня есть проблемы со здоровьем, но я не инвалид.